Заходя в подъезд дома 33 по улице Калинина, сразу окунаешься в мир добра и уюта. Здесь на подоконниках жильцы развели комнатные цветы, топиари и, конечно же, чистота и уют вокруг. Чистота, она всегда делает и уют. За детьми смотрим, чтобы они здесь не хулиганили. А то бывает же всякое ведь. И царапают, и пачкают, и все. Живу я здесь уже 30 лет. Видела все, как говорится, как начиналось у нас ремонты, как они делались, все участвовали. Ну а что можно сказать сейчас, что сделали нам? Очень все хорошо и красиво. Все, кто не заходит, все говорят, как у вас красиво. Ну, мы, говорю, стараемся. Помимо хорошего ремонта, стены подъезда украшают рисунки природы родного края. Для эстетического удовольствия жители решили добавить немного ярких красок. Ну, ко мне обратились жители и с просьбой, чтобы здесь делался ремонт, и хотели еще украсить подъезд рисунками. Была выбрана тема Башкирии. Вот я решила рисовать на эту тему больше пейзажей. Ну, лошади – это моя любимая тема. Дом 33 по улице Калинина был построен в 1966 году. С 2009 года дом находится под управлением ЖЭО номер 9. За это время между управляющей компанией и жителями дома выстроился хороший тандем. Жильцы всячески следят за порядком. 2 года назад подъезд попал под программу «Капитальный ремонт подъездов». И за это время жильцы сумели сохранить ремонт в первозданном виде. Наша собственность не начинается только от квартиры нашей, да, а входя в подъезд, и когда уже действительно все так сделано с любовью, с красотой. Хочется, наверное, это больше сберечь. И действительно здесь хочется отметить, что собственники, они берегут вот это состояние подъездов, стараются, чтобы чужие люди не собирались здесь, стараются бережно относиться вот к этому имуществу, чтобы как можно дольше сохранить вот такую красоту. Любовь к чужому труду и бережное отношение к месту, где живешь, и привело их к почетному 2-му месту в республиканском конкурсе «Лучший подъезд среди городов». За победу в конкурсе подъезд дома 33 по улице Калинина получил 300 тысяч рублей. Данные средства собственники жилья с представителями управляющей компании уже знают, на что потратят. В ближайшем будущем они хотят обустроить во дворе пешеходный тротуар и установить скамейки. Лилия Шиньязова, Рустем Гайнанов, телекомпания «Салават».